Упражнение называется «Волшебный банк помощи». Для этого упражнения вам нужно закрыть глаза, то есть вам нужно выделить для него минут 15, чтобы вас никто не беспокоил. Закрывайте глаза и представляете себе волшебный банк помощи. Представляете себе банковское заведение, такое, как вы хотите, как вам бы хотелось, чтобы оно выглядело, в таком месте, которое вы хотели бы, чтобы оно было. То есть вы представляете его в том месте, где вам нравится, чтобы оно было. Вы можете его представить рядом со своим домом, вообще его можете представить внутри своего дома. Или же наоборот, вы можете его представить где-то далеко от вашего дома, где-то, где бы вы хотели в том месте быть, в той стране. И вот представляете вы, что вы заходите в этот банк, и на нем написано «Банк волшебной помощи». Вы заходите в этот банк, там банковская обстановка. Какая обстановка, вы тоже сами представляете. Обстановка, но это должна быть именно та обстановка, которая вам лично нравится. Там, в этом заведении, в этом банке находятся служащие какие-то. Эти служащие там работают, там какие-то посетители, там что-то делают в этом банке. И вы выбираете себе того служащего, который вам больше нравится, который вам больше симпатичен. Подходите к нему, и он дает вам бланк, который нужно заполнить. На бланке написано, что это бланк волшебной помощи. Вы берете этот бланк, представляете, как вы его заполняете. Вы пишете в нем, какая вам именно нужна сумма. Напишите сумму с запасом, не скупитесь, потому что вы понимаете, что это банк, что там нужно будет еще проценты отдать, что, может быть, какая-то часть вам не достанется. Пишите ту сумму, которая вам нужна, с запасом. Написали, потом вы пишете, для чего вам эта нужна сумма. Точно описывайте, для чего конкретно вам нужна эта сумма. В какое время, на какую именно дату вам нужна эта сумма. То есть пишите, в какое время вам должна прийти эта сумма. Потом вы делаете роспись свою под этим всем и отдаете этому служащему. Этот служащий забирает ваш этот план, расписывается на нем, ставит печать и собирает бланк для обработки. После этого к вам обязательно придут деньги из неожиданного совершенно источника, который вы даже, возможно, сейчас и не знаете, что это такой источник есть. Денег вам, и обязательно под этим видео заберите волшебный подарок.